Япония прощается с Синдзо Абе, погибшим в результате покушения. Похоронная церемония пройдет в буддийском храме Дзодзёдзи в Токио. Ранее в понедельник здесь состоялась традиционная церемония поминовения Цуя с участием членов семьи бывшего премьер-министра и приглашенных гостей. Страна еще не оправилась от произошедшего в пятницу, когда выступавший на предвыборном митинге Абе был застрелен 41-летним мужчиной из самодельного оружия. Отдать дань памяти экс-премьеру пришли видные японские политики, представители власти, иностранные дипломаты. Через два дня после убийства его либерально-демократическая партия и входящая вместе с ней в правящую коалицию Камейта одержали победу на выборах, расширив большинство в верхней палате парламента. Это дает правительству возможность внести поправки в японскую конституцию с тем, чтобы отказаться от ее базовых пацифистских принципов, за что активно выступал Синдзо Абе.